У рамках акции «Молодь за безпеку» Речицкий районный отдел по надзвичайных ситуациях провел конкурс селфи, головной умовой якого была наявность на фото символики атрибута МНС. Сбор заявок и отбор финалистов протягивал 7 месяц. За этот час организаторы отримали несколько десятков фотографий. Причем вызначить переможцу дали макчимость корыстальникам социальных сеток. Мы каждый год что-то думаем новое, свежее, чтобы заинтересовать. Заинтересовать в первую очередь молодежь. Потому что по старинке нельзя работать. У нас мир меняется, технологии меняются. Любыми путями достучаться до людей, что безопасность все-таки это одно из главных в нашей деятельности. Конкурс вырашили провести до 15-годи белорусской молодежной громадской организации ратавальников пожарных. Идею подтримали державные организации и индивидуальные предпринимальники. Одни пропоновали заохватить переможцев, иншие – допомогчи информационно. Хорошие вещи нужно рекламировать. И когда ребята делают хорошее дело, мы, конечно, оказываем информационную поддержку всяческую. У нас одна из старейших газет Республики Беларусь, в следующем году нам 100 лет, поэтому о всех хороших мероприятиях, которые были в Речице за эти 100 лет, мы пишем. Вот это вот одно из них. В интернете до конкурса долучилися больше, как 4000 человек. Менавіта столько корыстальников социальных сеток отдали свои голосы у подтримку конкурсантов. У вынику третье место заняла Ксения Шенгерей, другое – Владлена Иванюшка. Первое же место больше за 1000 голосов отримал Андрей Кмец. Фото было сделано в Светлой Роще, когда я ездил на допуск на тушение пожаров. И там было очень много ребят с разных регионов. И мы решили сделать как после занятия фото. Там много кто из Бобруйска, со Жлобина, и получилось такая хорошая фото. Я закинул и попробовал, и выиграл. Призеры третьего и другого места отримали макчимость бесплатно покататься на картингу, а переможца шанец скокнуть с парашютом. Дарыши, таки конкурс тут провели упершиню, але его выники переконали. Провести нечто подобное варты не только сярод дорослых, але и юных ратавальников пожарных. Для их конкурс проведут до конца этого года. И макчима у будучини селфи спаборництва зробить штогодовым. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель», Речицкий район.